сегодня снимаю видео по вашему вопросу. Был такой вопрос от моей подписчицы. Наташа, скажите, пожалуйста, как можно убрать мешки под глазами, девочки? Это проблема у многих, вы сами это прекрасно знаете. Ну, во-первых, вот сейчас, в данный момент, все прошли праздники, да? Мы с вами много ели, много пили. Что мы пили? Соки, минералку, ситро. Ели с вами много солености, и поэтому, естественно, все это отразилось на нашем с вами лице. То есть отеки, отеки. Это не только у меня, это еще плюс к тому же возрастное, девочки. Ну и не только в нашем возрасте, но и у молодых девочек тоже такие проблемы могут встречаться. Еще это почему может быть? Это то есть лимфа, застойная лимфа, девчонки. Но с ней можно бороться. И очень бороться несложно. Просто нужно приложить наши ручки к нашему лицу. Что мы с вами сегодня будем делать? Долго разговаривать не буду. Покажу вам некоторые упражнения, которые делаю я сама. И которые я рекомендую своим знакомым девочкам. Ну, короче, рассказываю и показываю. Во-первых, что нам с вами понадобится? Ну, понадобится крем, такой легкий, мягкий и скользящий, так скажем. Вот что мы можем с вами взять? Можем взять с вами витамин даже просто АЕ. Вот такой вот витаминчик вы, наверное, может, видели в аптеке, тоже нам подойдет. Для массажа вокруг глаз. Потом подойдет нам с вами, можно или-или, витамин Е просто. Он вот такой вот в капсулках, я вам сейчас покажу. Вот такие вот еще тут, девочки, вот гранулы, капсулки. Вот видите, капсулки. И вы капсулку одну берете, прокалываете, выдавливаете на пальчики и начинаете свою кожу массировать. Потом, что можно, если этого ничего нет, можно крем вокруг глаз. Вот я вам уже рассказывала и показывала, я делала для вас, девчонки, обзор. Вот замечательный крем 100 рецептов красоты, стоит вообще копейки, просто копейки. Вот такой крем вокруг глаз тоже, я вам тоже показывала, рассказывала. Где продается, девчонки, в Рубльбуме и в Магнит, Косметик. Вот, прекрасные крема, замечательные. А я буду сегодня использовать вот такой. Вот такой вот маслица, праймер, вот я вам уже вот тоже. Маслица от корейской фирмы Асек, девчонки, я вам тоже не раз это показывала и рассказывала. Замечательное масло, мне очень нравится. Что мы делаем? Ну, во-первых, убираем с вами наши волосы, чтобы нам с вами ничего не мешало. Смываем косметику, конечно же, вот так. Вот такая мама-кошка. Мама-кошка. И берем наше маслица или крем. Выдавливаем на пальчики, вот так вот, на пальцы выдавливаем немножечко, вот на эту ручку, теперь на вот эту ручку, потому что мы будем сразу два делать, две руки у нас будут с вами рабочие. Нанесем немножко на наши с вами, вот так, вокруг глаз. Наносим маслице и крем, вот так, видите, по массажным движениям, то есть к носику. Если вы чувствуете, что маловато, еще, чтобы ручки ваши скользили. Угу. Я так чувствую, что мне надо еще. Что-то моя кожа очень пересушена. Давайте еще добавим гельки. И начинаем. Что мы делаем? Вот берем наш, вот где наш с вами мешочек, вот так вот. И вот чуть-чуть растягиваем вот так. И немножко вот к бровке, где бровь у нас, вот видите, возвышается. То есть вот так. Раз, раз. И сюда. Показываем медленно. Вот так, 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 так. И уходим. Опять. Так, так, так. Уходим. И так с вами делаем 10 упражнений. Итак, поехали. Разглаживаем с вами гусиные лапки. Вот здесь вот, вы знаете, где у нас морщинки. Вот так вот немножечко смазываем. И вот так вот. Чуть-чуть. Как бы тянем, но чуть-чуть, девочки. Еще раз всегда говорю, не до фанатизма. Вот так виска. Вот так. Тоже можете вот так разминать где-то.
10, можете 20 раз себя вот так, любимую, погладить. Теперь приступаем. Теперь вот так вот, вот немножечко. Это все опять разнесем. Так, и приступаем к второму глазу. Делаем то же самое, аналогично. Но если у вас высохли, все подсохло, обязательно только, девчонки. Теперь легкое порхание бабочки. Вот по нашим прям мешочкам. По нашим мешочкам. Ну, вот такое вот упражненице для нашего личика, девчонки, милого. Такое упражнение, девочки, вы должны делать. Все сразу, конечно, естественно, ваши мешки не пройдут, но вы должны стараться и делать так, девчонки, каждый день. Вот тогда у вас все будет хорошо, мои красавицы, с вашими, так скажем, малярными мешочками, чтобы они у вас тут не собиралась, ваша лимфочка, не стекала сюда. А вот здесь под скулами, вот сюда, к височкам фиксируем. Вот так, фиксируем. Ну вот, девочки, сегодня я вам показала, как убираются ваши малярные мешки. Очень хорошо. Очень здорово. Отеков и малярных мешков здорово помогает маски с картошкой. Что делаем? Берем картошку. Я уже, это у меня видео есть. Кому интересно, найдите это видео, посмотрите. У меня в плейлистах мои маски. Мы делали маску с картошкой. Там очень легкая маска. Что мы делаем? Мы берем сырую картошку, трем ее на мелкой терке, в бинтик, в марлечку и прикладываем вот сюда картошечку. Тоже очень хорошо помогает. Также еще одна очень хорошая масочка из петрушки. Вы знаете, сейчас у многих, у хозяек замороженная есть петрушка в заморозке. Вынимаете, мелко-мелко режете ее до сока, тоже в бинтик или в марлечку, и протираете или кладете вот на свои мешочки петрушечку. Тоже замечательно убираются мешки под глазами, девочки. Ну вот, мои красавицы, что я вам хотела сегодня рассказать, с вами поделиться. Кто новенький, подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки, не забывайте жать на колокольчик, чтобы к вам приходили мои новые видео. И приходите ко мне на мой второй канал, Натали Лайф, там я снимаю свои видео про свою жизнь. Ну, до новых видео, пока, люблю вас всех, мои красавицы, пока. Что узнаю новенького, с вами обязательно поделюсь.